Дорогие друзья, всем привет! Подписывайтесь на мой Boosty. Именно туда я загружаю эксклюзивные видео без цензуры. Именно на Boosty реакции на самых отмороженных инфоскамерш и РСПшек. Именно на Boosty отчеты с Азии с девочками. И все это без цензуры. Ссылочка на Boosty в описании под видео. Там же в описании вы найдете ссылочку на мой телеграм-канал, куда я тоже рекомендую подписаться. А сейчас погнали! Как я познакомилась с богатым парнем? Приходить в дорогие рестораны, заказывать там лишь чай и сидеть выжидать – прошлый век. Поэтому я придумала решение получше. Я села в машину, поехала к рандомному бизнес-центру и уже там начала свою охоту. Я следила, кто выходит из дорогих машин, и искала оптимальный вариант. После того, как я определилась с целью, я начала действовать. Я перепарковала машину, заблокировав выезд своей жертве, оставила свой номер телефона и ушла гулять. Но недалеко, ведь он мог позвонить в любой момент. Дождавшись звонка, я вернулась, вежливо извинилась и уехала. Так в чем же смысл, спросите вы? А в том, что теперь у меня появился его номер телефона. Вернувшись домой, я пробила этот номер через все телеграм-чаты. Нашла его соцсети, увлечения, членов семьи и убедилась, что он холост. Обнаружив Facebook его мамы, я увидела, что он ходит в кружок по вязанию. На следующий день я уже была там и познакомилась с этой милой женщиной. Мы виделись дважды в неделю. И каждую встречу я показывала себя с новой, лучшей стороны. Пришлось подождать пару недель, и затем она наконец спросила. Юля, скажите, а у вас есть жених? Нет, нету. Давайте я познакомлю вас со своим сыном. Я даже не знаю. И на следующий день я уже пришла пить чай к ним домой. Дверь мне открыл мой суженый. И я сказала: «О, это же вы тот мужчина с парковки». А он ответил: «Да, вот что значит судьба». Так что вот. Ну, сказки сказками, но на самом деле за обеспеченными мужчинами действительно идет самая настоящая охота. Там таких соискательниц богатого, богатой пупыской, да, толпа, сотни, я бы даже сказал, тысячи мечтают прям присосаться, пописать достал уже какая-то сосет. А вот эти все голожопихи, голодрани мечтают на этих курсах, что их каким-то научат способом этого завлекать. Их энергии вот из этой штучки. Пиу-пиу. Я не могу. И они верят в этот бред. Сказка, вообще кошмар. Следующее видео. Тарелочница — это та, которая разводит на еду мужчин в ресторане. А тебя как назвать, если ты после расставания все свои подарки обратно просит? Какой? Он молодец, если он это делает. И не просит, а забирает. А, так ты тоже тарелочница. Ты же у меня все время спрашиваешь, умею я больше готовить или нет. В кухонное рабство меня на 40 лет хочешь взять? В эпоху доставки она пока говорит о каком-то кухонном рабстве. Мила, если ты не в курсе, сейчас вот ты идешь на работу, работаешь, зарабатываешь денежку, у тебя в телефоне приложение, куча с любой мыслимой и немыслимой едой, которую ты, конечно, свои деньги заказываешь любимому мужчине и вкусно его кормишь. Оно так происходит, у адекватных, да? Можете помочь чем? Ты же меня в теремок пригласила, не в метрополь. А из-за чашки кофе такой стресс. Это же просто еда. За себя заплатила, за тебя заплатила, а ты меня все равно к себе домой тащишь. Надувалово какое-то. Так, мило, так ты же космической энергии, ты должна получить порцион. Там накопились, давай принимай. Я согласна на 50 на 50. Ты к себе домой, я к себе домой. Будешь работать на ручнике. Я точно знаю себе цену, и это явно не... Ты тоже на ручнике будешь работать. Пальчики, да, пальчики. Если есть пальчики, но не нужны мальчики, да? У вас же так нынче теперь. Две картошки и кока-кола. Жмотишься купить мне кофе на первом свидании. Мне кажется, ты более женственный, чем я. Тестостерон и... То есть жмотство — это все-таки женская черта. Я правильно вас понимаю? Вы на это намекаете, леди? Я лично за справедливость и равенство. Всем характерна эта черта все-таки. Но раз вы настаиваете, то я не против. Покидают чат. Да могу я все сама себе купить. Мне просто интересно, ты меня как женщину рассматриваешь или подружку? А я не понял. Если как женщину, то надо обязательно быть тарелочницей, что ли, милая? То есть женщина — это всегда за пожрать, за деньги, за подарки. Ну, милая, женщина не равно шлюха и путана. Они, конечно, есть, и к ним вопросов нету. Они, между прочим, многие намного более честны, чем вы. Это же просто понятно, вот прейскурант, вот услуги. Заплатил, получил, все честно. Это ж ты, милая, хочешь прийти пожрать на халяву с одним, с другим, с третьим, да? Хочешь, пополняешь свою вот эту карту ресторанов, где ты жрала на халяву?
А мы, типа, дураки, не знаем. Это вот никогда такого не было, и вот опять. Кому вы это все дерьмо пытаетесь прогнать? Кому вы это пытаетесь все рассказать? Ну, только если оленякам. Но проблема оленей в том, что у них нет денег. А адекватные люди с деньгами, это туфту и фуфло, не ведутся. Вот так вот. Следующее видео. Я не могу понять искренне то, почему женщина терпит к себе плохое отношение. Он мужчина, мужчин мало. Ну вот лучше вот хотя бы никакой, чем вообще никого. Вы сделали себя сами. Вы являетесь личностью. Вас растили родители. Вы слабая, хрупкая женщина, которая почему-то терпит. Зачем вы это делаете? Мужчина, он в поступках. Мужчина, он в словах, которые он держит, и в обещаниях, которые он исполняет. Почему вы соглашаетесь на то, что мужчина сказал, а не сделал? Мужчина никак не думает о вашем будущем. Мужчина пользуется вашей мнимой историей о том, что вы никому не нужна. С настоящим мужчиной вы не будете так себя чувствовать и никогда не будете так думать о себе. Вы будете с ним ощущать себя самой красивой, самой желанной, самой счастливой, самой любимой. И с каждым днем вы будете становиться лучшей версией себя. А когда денежка у этого мужчины закончится, вы найдете себе нового оленяку, обеспечивняку. Вот мы мечтаем больше всего на свете воплощать чужие желания и чужие мечты в жизнь. Вот просто смысл жизни. У нас есть огромное количество своих желаний, своих потребностей, своей мечты, в конце концов, да, к которой мы стремимся. И нам неинтересны чужие. Нам свои бы воплотить. Каждая девушка мечтает, что однажды к ней подойдет парень, обнимет ее и скажет: «Дорогая, я прошел курс психотерапии, и теперь я адекватный». Такое ощущение, что вот без курсов психотерапии, очень дорогих, между прочим, сейчас, какие-то они неадекватные. Да все нормально. Все хорошо, все адекватные в основном. Большинство абсолютно адекватные. Ну, процентов 95. Все у всех хорошо. Есть там, да, люди с расстройствами, но их не более 5%. И все. Просто адекватный – это человек, который думает в первую очередь о себе. А женщинам нужен человек, который будет думать в первую очередь о них. Вот и они, бедные, мучаются, не могут найти такого. А если находят, то у него не оказывается самого главного – денег. Бабла-то нету, ну зачем он такой нужен? Да, он о них думает, ну а что он там? В их понимании, что он может, дошираком, что ли, с ним поделиться? Картошечку пожарить? А ей хочется омаров и какой-нибудь там сыр с трюфелями. Я который пробовал, он, кстати, очень невкусный. Самая топовая причина снижения либидо у женщины – это обида на партнера. Мужчина в этом плане, вне зависимости от того, какие у него отношения с девушкой, в принципе, может легко захотеть ее. Но у женщины, если вдруг каким-то образом испорчены отношения, какие-то нерешенные конфликты, обиды, непонимание, то у нее автоматически выключается радар на этого мужчину, и она это делает не специально. Мужчина, если женщина стала постоянно отказываться и отлынивать от постели, то задумайтесь, все ли в порядке в ваших отношениях. Я бы порекомендовал просто... Вот вообще не вступать в отношения. Обиды. Сама придумала, сама обиделась, знаем мы все это. Недопонимание, манипуляции, проблемы, деньги, время, нервы, здоровье. Вам оно надо. Сейчас так просто решить этот вопрос по-другому. И все, окей, вариантов много. Кто-нибудь расскажите мужчинам правду. Мужчины, когда вы находитесь в общественном месте со своими друзьями, смотрите на девушку, и она смотрит на вас в ответ, и вы думаете: она на меня смотрит, наверное, она меня хочет. Друг, я тебя не хочу. Я хочу кофе и кожу без прыщей, шоколадки жрать и не толстеть. Я на тебя смотрю, потому что ты уже 10 минут на меня пялишься, и мне тупо страшно. У меня в кармане куртки ключи уже между каждым пальцем. Я готова к атаке. Готова к атаке, да-да, конечно. Скажи просто, он не выглядит богато. Скажи, будь честно, скажи, ну ты не выглядишь богато, ты не выглядишь обеспеченно. Я ищу обеспеченного, я хочу, чтобы все мои проблемы в жизни решил мужчина.
и все будет окей. А ну ты, к сожалению, для этого, по моему мнению, внешне не подходишь. Понятное дело, что мужчина никому ничего не должен. Я просто перевожу вам женского на мужской. Вот так вот. Берегите себя и будьте счастливы.